Привет, это Венера Весах. Всем привет, Сегодня мы с это вами канал готовим Венера очень Весах. быстрый Сегодня обед. готовим очень быстрый Обжариваем обед. В лук, общем, будем отваривать обжариваем макароны, фарш. если у У меня меня вода кипит. свиной и Так, говядина. сейчас Добавляем пережариваем томат лук и, конечно, на отвариваем растительном макароны. масле. Макароны я Потом покупала в добавила Ярче. томатную Цена пасту 26 и рублей. Так это что всем фарш. В общем, приятного свиной и аппетита и говядина. приятного Сейчас просмотра. пережарим с вами, добавим грибочки. Так, девочки, порезала грибочки, шампиньоны. В общем, что-то стали подсыхать, смотрите. Вот эти вот прям подзасохли, но вот эти ничего свеженькие. Ну, в общем, вот, порезала, все, отправляем туда. Уже посолила, подлила водички, пусть немножко все это поварится. Девочки, в общем, взяла макароны вот такие, ну, в общем, рожки, из твердых сортов пшеницы Батека Дель Соль. Вот они, в общем, 9 минут варится. Сейчас попробуем отварить, уже вода, водичка, вот, смотрите, закипела. В общем, девочки, вот эта подливка вся готова уже, все тут прожарилось, и грибы, и фарш, и лук. Так, а это вот макарошки, смотрите, немножко ну, добавила еще воды. В общем, вот так вот они выглядят за 26 рублей. Вот они, ну, вполне приличные, немножко нужно еще, чтобы они покипели, и будут готовы. В общем, прополоскаем их, и все, и можно будет кушать. Так что вот так вот. В общем, вот, девочки, мальчики, сварились макароны, сварилась добавка. В общем, все, я уже себе все в тарелочку положила. Сейчас буду обедать. Всем приятного аппетита. А это чай у меня зеленый. Так что вот так вот все вкусно. Все приготовилось, все сварилось. Всем приятного аппетита. И грибочки, и фарш, и лук. Всем пока.